Максим Анатольевич, заместитель коммерческого директора компании «Промтехнология», бренд «Форсис». На данном стенде представлена винтовка «Форсис СТ-20», калибр 375 «Читак», в комплексе с дневным прицелом и тепловизионным насадом. Однокалиберная винтовка, эффективность дистанции стрельбы от 1,5 километра. В среднем где-то полутора. Магазин на 5 патронов, складывающий переклад, тактическое цевьё квадрил для дополнительного оборудования. На предприятии полный цикл производства, начиная от основных частей оружия и заканчивая тюнингом. Ствол сделан из нержавеющей стали методом однопроходного резания, что является технологическим качеством и улучшает кучу стрельбы. Срезка имеет более малые допуски при изготовлении ствола.